В Подмосковье продолжается региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В Раменской школе номер 19 собрались ребята, которые выбрали компетенцию организации экскурсионных услуг. Для всех школьников Московской области было предложено задание по разработке экскурсионного маршрута в одном из старинных русских городов. Что интересного узнали о городе Зарайск? Много чего на самом деле, что, оказывается, крепость построил отец Ивана Грозного, Василий III. Почему название именно Зарайск? Там много версий, на самом деле. Это достаточно интересно, на самом деле. Больше всего меня впечатлила Зарайская водонапорная башня, потому что на данный момент, естественно, из нее сделали смотровую площадку, но мне кажется, что это особенное строение. Оно выполнено из кирпича и находится в центре города, на возвышенности. В этом году перед профессионалами в нашем чемпионате поставлена задача быть максимально близким к требованиям региона. То есть какие потребности экскурсионные есть у нашего региона? Это, конечно, музеи, которые играют огромное значение. Зарайский музей-заповедник выступает одним из индустриальных партнеров чемпионата, и именно для него мы разрабатывали аудиогид, потому что это музей, который входит в перечень музеев, рекомендованных посещению школьниками Московской области. Студенты пробовали себя в роли экскурсоводов. Необходимо было заинтересовать младших школьников и рассказать о милом лесном зверьке. Нам предлагают условия, в которых мы погружаемся совершенно в новую профессию для нас, в новую специальность, изучаем ее какие-то особенности, тонкости, учимся работать с техническими средствами и чувствуем себя прям настоящими экскурсоводами. Мы ориентируемся в том числе на целевую аудиторию. Целевая аудитория этого задания – младшие школьники, и коллекция ежиков как нельзя лучше позволяет показать и разнообразие методов, приемов показа и рассказа, и разнообразие педагогических подходов, ну и просто тема интересна, ребятам нравится. Кто же его автор? Колючий, но не елочка, в иголках весь, но не сосенка. В клубок свернуться может, конечно, это ежик. Ольга Скрябина, Игорь Чернышов, Раменское телевидение.